Презентация фильма «Тот самый Сидоров» состоялась в Нарьян-Маре. Проект был подготовлен и снят по заказу Пустозерского историко-культурного музея творческим коллективом Ненецкой телерадиокомпании. Фильм приурочили к 195-летию выдающегося, но незаслуженно забытого исследователя Севера. Василий Николаевич Латкин, ваш тесть, весьма красочно описывал, как можно озолотиться на Печорской лиственнице. Всю свою жизнь он посвятил исследованию Севера, искал и не находил поддержку в высших эшелонах власти. В его проектах северные порты, метеостанции, но при жизни Сидорова мечтам не суждено было сбыться. Понадобилось больше полувека, чтобы соотечественники оценили его прозорливость. Например, в районе нынешнего Нарьян-Мара, в устье реки Печора. Он организовал первые портопунты, занимался лесоэкспортными операциями. Идея создания проекта про Михаила Сидорова принадлежит историку-краеведу Юрию Каневу. Он же согласился сыграть и главную роль в фильме. Это ваше императорское высочество, печорский хлебец. Его делают из травы, древесных листьев, кореньев, добавляют немножко ржаной муки. За экранизацию биографии великого исследователя Севера взялись сотрудники Ненецкой телерадиокомпании Ольга Руссу и Любовь Пермякова. Трижды сценарий терпел глобальные изменения. Решено было добавить игровые моменты. О трудностях работы над проектом соавторы рассказали собравшимся на презентации. Актеров еще можно найти, но костюмы, какой-то вот антураж, вообще это очень все сложно. Помещения, в которых можно снимать даже маленькие коротенькие сценки, там минутные, полутора минут. Вообрази, Сидоров, приехавший, привез с собой 100 000. Да ты что? А знаешь, сколько у него осталось? И сколько? 2000. Все раздал. В третьем, заключительном варианте сценария решено было добавить любовную лирику, ведь без нее образ Михаила Сидорова был бы неполным. Было море любовниц, как я вот когда прочитала, сколько ему писала, сколько у него было связей, я прямо запуталась и думаю, ну как его на всех-то хватало. Представляете, какой человек был разносторонний, ведь его любили за что-то. 15 с небольшим минут. Таков хронометраж фильма, конечно, не могут показать всю мощь и глубину личности Сидорова, раскрыть все стороны его неугомонной и широкой души. У вас очень большая удача. Вы великолепно это все, так сказать, обыграли. Ну, я прямо смотрю, Юрий Викторович, ну, чистый Сидоров. Ему надо было только еще морду приклеить, и все, и он был бы чисто Сидоров. Они, наверное, по характеру даже были похожи, мне кажется, теперь, когда глядя на этот фильм. Вот, и поэтому огромная благодарность. Увидеть фильм «Тот самый Сидоров» вы сможете на нашем телеканале. Олег Атанзейский, Ольга Руссу, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».